На участке улицы Галкинской завершены основные ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 11 октября запущено движение автомобильного транспорта. Ремонтные работы на улице Галкинской стартовали в середине июня. Летом Почта России проводила там капитальный ремонт тепловых сетей, в связи с чем было ограничено движение транспорта на участке от площади Бабушкина до улицы Чехова. После на объект зашли дорожники. На сегодняшний день основная работа выполнена. Осталось выполнить частичное озеленение, прибраться и разметку. Ранее рабочие провели фрезерование, установили бортовые камни, заменили колодцы и уложили новый асфальт. Состояние было очень неудовлетворительно, так скажем. На участке прекрасная дорога. Современные материалы применены. Я думаю, что при такой даже интенсивности она простоит достаточно долго. В этом году в нацпроект «Безопасные качественные дороги» вошли 13 участков дорог. На большинстве работы уже завершены или находятся в завершающей стадии. Наша задача, чтобы там, где появляется новое покрытие, там сразу же увеличиваются скорости, чтобы эта дорога действительно была безопасна для всех участников дорожного движения, в том числе и для пешеходов. А это дополнительное освещение пешеходных переходов, это качественная разметка, это хорошие тротуары, ну и так далее. То есть стараемся подходить комплексно. Все работы планируется завершить до конца октября. Карина Ершова, Михаил Протасов, Вогдарев.